Ребят, всем привет! Садоводам, огородникам, дачникам. Давно не снимала, ну некогда. Собираешь урожай, закатываешь, собираешь, закатываешь. В общем, сегодня 6 сентября. Хочу показать. Я показывала свои цукини. Какой был у меня летом урожай огромный. Цукини эти я вырастила из своих семян. А семена я собрала вот в том году с одного вот с такого вот... кабачка. Вот я его вот так вот оставляю. Вот так. Вот таким вот образом до последнего. Вот сейчас я уже это, кустики все убираю. Вот видите, эти. И вот они у меня все. Эти, которые остались на семена, я их оставила. Сейчас я все кустики уже вырываю, собираю. Эти у меня останутся. Вот они еще вот так вот будут лежать некоторое время. Ну, долго практически, да, заморозков. И вот потом я их уже обчищу. Вот такие у меня еще попросили, я угощала вот своих подружек, и очень понравились всем кабачки эти, цукини очень вкусные. И вот я им тоже дам эти семена свои. Вот собираю, уже вытаскиваю все, и сейчас этим делом занимаюсь. Вот так. Собираю в одну кучу, у меня там компостная куча, и затем все я складываю. Также у меня здесь, показывала я, тоже сейчас собираю вот помидорчики. Этот сорт я не помню название, ну, вкусненький. А вот этот сорт называется красная груша. Красная груша, вот. Я его вот собираю, собираю целое лето, очень урожайный, для баночек мне как раз вот подходит. Вот, очень урожайный, хороший. Где подвязывала, где не подвязывала я его. Вот, собираю. И сейчас тоже баночки буду маринованные делать. Вкусные. У меня также есть там на канале рецепт, я показывала. Там ничего сложного. Ну вот. На сегодня это мой план работы. Вот, собираю урожай. Еще есть у нас помидоры, будут. Этот вот какой хороший, жалко, не помню, по-моему, где-то у меня осталось. Хорошие такие помидорчики. Ну а эти мне именно понравились, красная груша, так и называется, именно для баночек, шикарный сорт. Если где увидите, вот, покупайте такой. Ну я, конечно, уже теперь покупать не буду, я теперь уже свои семена соберу. Ну вот сейчас я вот этим делом занимаюсь. Собираю помидоры, чищу вот кабачки. У меня всего их было 2 по 6, это 12. Здесь 6 и вот здесь 6. И, конечно, хватило выше головы. И угощала, и закатала. И, кстати, я еще рассказывала, вот мульча у меня была. Я обязательно сразу делала мульчу под кабачки. Мне очень-очень понравилось. И сами эти были всегда сухие, чистенькие. Вот они, во-первых, не на земле, а на мульче лежали, на соломе. Чистенькие, сухие всегда. Вот это вот у меня все. Я оставлю на семена, конечно, тут много. Но ничего. Есть кому, с кем поделиться. Ну, вот такие дела. Так что продолжаем работать. Осенние работы наши еще продолжаются. Ну, привет всем, девочки, до новых встреч. Пока-пока.